Более 50 фотографий, рассказывающих историю Расторгуевской части города Видное, представлено на 4 стендах новой выставки в сквере «Юность». Подготовка заняла около месяца. Подготовка – это такой процесс творческий. Сначала идея, потом подборка фотографий. Архивы мы перебирали, наши жители приносили свои фотографии. Ведущий библиотекарь Расторгуевской библиотеки Татьяна Назарова рассказывает, что почти половина работ на экспозиции из архивов читателей. Мы единственное учреждение культуры в Расторгуеве, и, естественно, нас интересует краеведение, касающееся этого региона. И мы лет 15 совместно с нашими читателями собирали материалы, разные документы по истории Расторгуева, записывали воспоминания старожилов, собирали разные грамоты, документы. Фотографии московского купеческого рода Расторгуевых, одноименной станции начала прошлого века, исторические снимки Екатерининской пустыни, знаменитые эстрады в Расторгуевском парке, где проходили музыкальные вечера. Вот, например, фотографии Расторгуевского клуба. Вот, эту фотографию я искала 2 года. Буквально 2 года опрашивала читателей, они ее опрашивали своих знакомых, и в конце концов один из наших читателей у своего друга в архиве обнаружил эту фотографию. Советник главы администрации Ленинского городского округа Моисей Шумаилов отметил историческую ценность выставки. Ведь найти информацию об этой части города довольно трудно. Специально к открытию напечатан путеводитель с фотографиями. Это такая редкость, и я хочу сказать, что ведь сколько лет живем, сколько лет знаем, про Расторгуев много слышали. А вот реальная история, чтобы в одном месте все посмотреть, почитать, ну, к сожалению, пока такого нет, все в отдельных каких-то книгах. Краевед и коренная жительница Расторгуева Вера Пинто рассказала историю своей семьи, первых поселенцев. Это детство моей мамы, это детство моих предков, потому что наш прадед большой семьи Брокш, когда открыл Расторгуев здесь станцию, названную его именем, в 15 году он купил участок здесь и построил дом. Выставка стала продолжением экспозиции об исторических местах округа. В дальнейших планах – знакомство и с другими населенными пунктами. Посмотреть архивные снимки Расторгуевской части города можно до 4 мая. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.